Здравствуйте! Клоуны, трубачи и барабанщики-зомби, чего только не увидишь на площади Победы. В эти выходные Северодвинск в очередной раз принял фестиваль уличных театров. О том, как это было, в первом материале. О жизни мальчика, который с детства мечтает стать летчиком, не сказано ни слова, но зритель понял это движениями и образами. Спектакль «Крылья. Добрая клоунада». Экспериментальная студия «Табуре» привезла его на фестиваль уличных театров из Архангельска. Замечательно, и самое главное, понравилось малышу. Малышей не обманешь, поэтому сделано качественно, с душой, с любовью. Большое спасибо организаторам. А вот гости из Франции, Фанфаре де Кассион, поиграли со звуками и со зрителями. Впрочем, нам разговорить их оказалось непросто. И дело не в языковом барьере, а в образе, который французы сохраняют даже после выступления. Какие у вас впечатления от сегодняшнего выступления, от сегодняшнего дня? Quelle est votre impression de spectacle de jour à Severodvinsk? Мы выбрали такое направление музыкальное, потому что так больше чувствуется взаимодействие с Солнцем, Землей, планетой, мной, тобой, вот так. В Северодвинск 4 российских и зарубежных коллектива приехали в рамках 23-го международного фестиваля уличных театров, который прошел в Архангельске. По-настоящему жарко на площади Победы стало вечером. Для этих ребят понятие «спектакль» отличается от российского. Коллектив «Анджа» и их спектакль «Хола». Удивительные барабанщики и танцоры приехали к нам из столицы Колумбии – Боготы. Африканские, бразильские и колумбийские ритмы ребята отбивают уже 4 года. Осторожно, эта музыка способна зомбировать. Ну, во всяком случае, самих танцоров. Наверное, в музыке они и черпают силы. Хрупкие колумбийки танцуют с барабанами, самый легкий из которых весит около 5 килограммов. Наши девушки очень спортивные, очень сильные. Не один год работают с таким тяжелым оборудованием, поэтому очень выносливые. Мы старались выложиться на полную, думаю, получилось. Мы очень счастливы, очень рады. Сегодня хорошая погода, люди танцуют, принимают нас радушно. Нам понравилось все, и организация фестиваля, публика, другие коллективы, ваши белые ночи. Мы абсолютно счастливы. Целый час зажигательных ритмов не истощил творческий запас колумбийцев. Они с удовольствием принимали комплименты и фотографировались с северодвинцами, оставив на память не только фото, но и зажигательное колумбийское настроение.